мини-футбольный клуб ЛКС. А да, я еще не представил. Прошу прощения. Крылов. Все ближе и ближе к воротам. Гол! Спустя 18 минут и 7 секунд от штанги отправляет мяч в ворота. Левый. И добивание Дунца. Нет, Рогошников. 2-0. Неудачно. Неудачно здесь сыграл Артем Логинов. Ну а Александр Дунец. Ой, как красиво. Рогошников, Дунец. Но должен был забивать Александр Дунец. Дает вам, друзья. Ну, наиграл, конечно же, Александр на этот гол. Ола. И сразу же включается в игру. Дунец, удар, гол. Дубль Александра Дунца. Брянцеву и подшивал. Смотрите, давайте посмотрим, был ли здесь фол. Видите, Брянцев там то ли оступился в рамках Кубка России 1/8 финала. Всем спасибо, друзья. Хорошего вечера, пятницы.